Сегодня я хочу поделиться с вами быстрым, простым и очень вкусным салатом с куриной печенью. Для начала нужно отварить куриную печень. В кастрюлю с кипящей водой высыпаем чайную ложку соли и помещаем в нее куриную печень. При закипании ситечком снимаем образовавшуюся пенку. На среднем огне оставляем вариться печень до готовности. Примерно это занимает 10-15 минут. Конечно, вы можете взять любую печень, которая у вас есть, но вот с куриной печенью получается намного нежнее и вкуснее. 5 очищенных луковиц репчатого лука разрезаем на 2 или 4 части, как вам больше нравится, и нарезаем тонкими пластинками. На хорошо разогретую сковородку выливаем рафинированное растительное масло по вашему вкусу, так, чтобы масло равномерно покрыло все дно сковороды. Выкладываем нарезанный репчатый лук. Посыпаем лук 2 чайными ложками сахара для карамелизации и хрусткости. Обжариваем его до золотистого цвета и прозрачности. Пока жарится лук, займемся следующим ингредиентом салата. Берем 5 небольших огурчиков, соленых, желательно ферментированных или маринованных, как вы пожелаете. Разрезаем на половинки и нарезаем небольшими тонкими пластинами. Выкладываем нарезанные огурчики в глубокий салатник. Кстати, как приготовить быстро и просто соленые ферментированные огурчики, вы можете посмотреть, зайдя на мой канал или сайт. Наш лук на сковороде уже подрумянился и приготовился. Выкладываем его в салатник сверху на огурчики. За это время куриная печень сварилась. Выкладываем печень на тарелку и даем стечь лишней воде и немного остыть. Нарезаем печень небольшими тонкими пластинами. Перекладываем нарезанную печень в салатник. Я люблю использовать в этом рецепте майонез домашнего приготовления. Быстрые и вкусные рецепты майонеза вы можете найти на моем канале или на сайте. Добавляем немного майонеза, немного соли, перчим, черным молотым перцем. Хорошо перемешиваем для равномерного распределения майонеза и специй в салате. Вот и все. Наш вкуснейший салат готов. Об этом призывно свидетельствует аромат, наполнивший всю комнату. Выкладываем салат на тарелку, пробуем и... ух, как же это вкусно! Хрустящий, сладенький, карамелизированный лучок, соленые хрустящие огурчики и мягенькая, ароматная куриная печень под небольшим количеством майонеза со специями. Это невероятно вкусно! А что скажете вы? Как вам такой салатик? Уже с нетерпением буду ждать ваших отзывов в комментариях. Ставьте лайк, мне будет очень приятно. И уже совсем скоро увидимся. Пока-пока!